Здравствуйте, друзья! Хотел поделиться из прочитанного нетривиальной идейкой. Значит, казалось бы, хочешь ведь как лучше? Да, мы же все хотим как лучше. А получается, что как бы ни было лучше, всегда какая-нибудь гадость с этим связана. Диалектика. Вот такое хорошее слово. Диалектика. И, значит, пишут, что по мере снижения безработицы все больше и больше людей, которые плохо водят автомобиль, такие неаккуратные водители, все больше этих водителей оказывается на дорогах. То есть как-то так получается, что когда безработица большая, то в основном люди, которые прилично водят. А вот когда... Значит, а плохие водители как бы безработицы выкидывают. Как-то так, интересная такая связь. Короче, чтобы вы знали, что уменьшение безработицы на 1% приводит к увеличению количества погибших на дорогах людей на 5000. Значит, на 2% безработица в год. На 2% безработица снизилась. 10 тысяч покойников. Такая вот интересная информация для размышления. Я вам тогда, чтобы так повеселее немножко было, я вам расскажу анекдот про диалектику. Такой старый классический советский анекдот. Петька спрашивает Василия Ивановича. Василий Иванович, как бы так, по легенде, а может и вправду, он ездил поступать в военную академию, и его не приняли. И вот вокруг этого было много анекдотов. И вот, значит, спрашивает Петька, говорит, Василий Иванович, говорит, а что такое диалектика? Ну, он типа умный, он ездил в академию поступать. И тот говорит ему, давайте, говорит, Петька, на примере покажу, чтобы ты просто понял предметно. Он говорит, давай. Вот смотри, Петька, идут двое. Чистый и грязный. Баня. Кто пойдет в баню? Говорит, Василий Иванович, ну грязный пойдет, а что тут? Он говорит, ты понимаешь, Петька, вот ты так рассуждаешь по-простому. А ты подумай, грязный, привык ходить грязным. Что ему баня-то? Он бы давно помылся. А чистому надо чистоту поддерживать. Вот он и пойдет. Да, говорит, Петька, интересно. Василий Иванович, он говорит, а вот тебе другой пример. Вот смотри, Петька, чистый и грязный, баня. Кто пойдет в баню? Василий Иванович, так чистый же, мы же только что обсуждали. Он говорит, ты понимаешь, Петька? Конечно, с одной стороны, чистому надо поддерживать тело в чистоте. Но ведь грязному же тоже не вечно же ему ходить-то не помытым. Он же помыться как-то тоже должен. Но ему же нужнее. Он говорит, ну это да. А вот теперь, говорит Петька, Василий Иванович говорит, теперь, Петька, тебе третий случай. Смотри. Вот идут двое, чистые и грязные. Баня. Кто пойдет в баню? Петька говорит, Василий Иванович, да хрен его знает. Говорит, ну что же такое? Говорит, вот, Петька, это же и есть диалектика. Вот она, диалектика. Хорошо. Так. Я надеюсь, что вы не знали этого анекдота. Те, кто помоложе, те, кто постарше, это, конечно... Вас не удивить. Вот. Сейчас я вырулю напрямую. Раз. Ну, хорошо. Значит, анекдотов больше травить не будем. Я вам вот новостишку такую рассказал интересную. А вы теперь думайте. Счастливо. Что лучше, безработица? Да, тоже диалектический вопрос получается, правда? Вот что лучше, больше безработных или меньше? Значит, больше безработных, получается, больше людей живых. Что, в общем, тоже важно. Счастливо!